Утренние и вечерние заторы на дорогах – одна из важнейших проблем, решить которую руководство района пытается несколькими путями. Установкой знаков, запрещающих парковку и, где это возможно, расширением дорог. Но практика показывает, что снизить поток автомобилей, движущихся по центральным улицам города, можно только кардинальными мерами. И вот, наконец-то, приятная и долгожданная новость. Получены технические условия на организацию выезда из 6-го микрорайона на трассу М4 Дон. В настоящий момент администрации удалось получить технические условия на примыкание к автодороге М4 Дон, съезд в районе путепровода через улицу Донбасская. Что мы достигаем данным, скажем так, вот решением? Теперь, получается, есть техническая уже возможность приступить непосредственно к проектированию выездной дороги из 6-го микрорайона города Видное. Вот на схеме ее можно посмотреть. Пройдет она за селом Ярвомино и между селом деревней Сапроново. Вот, будет выходить, скажем так, на М4 Дон, вот в этой части, где путепровод через улицу Донбасская. Данное решение поможет развести потоки машин и разгрузить большое количество улиц – Советскую, проспект Ленинского комсомола, а в особенности круговое движение на их пересечении. Да и жители новых микрорайонов также почувствуют снижение автопотока, так как по проекту машинам не надо будет выезжать в центр города для того, чтобы попасть на трассу М4 Дон. Заезд из Москвы для жителей, скажем так, которые двигаются по М4, он будет такой же, как сейчас есть по проспекту Ленинского комсомола. Будет возможность заехать как на проспект, так и повернуть, если они непосредственно являются жителями 6-го микрорайона, сразу на улицу Донбасская. Здесь будет одностороннее движение, по крайней мере, мы такие технические условия сейчас закладываем для проектирования. Вот. И, соответственно, вот, дальше двигаясь вот в этом направлении, минуя, скажем так, центр города Видное, проспект Ленинского комсомола, улица Березовая. Была вот предварительно проработана такая трассировка, которая, скажем так, ну, не затронет интересы жителей, проживающих в частном секторе. Началась подготовка технического задания для проектирования выезда. Для реализации этого проекта уже найден инвестор. Пока о сроках окончания строительства говорить рано, так как точный проект еще находится на стадии разработки. Но ясно одно – решение найдено, и работа над ним уже идет.